Утро в Эрндоле всегда начинается одинаково. Над пекарней поднимается дымок, пахнущий свежевыпеченными хлебом. И от этого восхитительного запаха сразу же просыпаются дети, которые немедленно будут своих родителей. И те отправляются на рынок, чтобы купить свежего хлеба, позавтракать, накормить семью и начать новый день. В королевском замке Анна и Эльза тоже проснулись от аппетитного хлебного запаха. Этот чудесный аромат тут же привел их на дворовскую кухню, где главный повар уже ждал их с двумя теплыми булочками. Только что вынутыми из печи. «Доброе утро, леди!» – поздоровался он с ним. «Доброе утро, Харон!» – откликнулся Анна и Эльза. Повар ловко завернул исходящие теплым булочки в салфетки и вручил их Анне и Эльзе. Сегодня сестры собирались посетить запущенную народную рыночную площадь, а потому решили взять завтрак с собой. Поблагодарив повара, Анна и Эльза прихватили свои плащи и отправились в город. Шагая к главной площади, они наблюдали, как постепенно просыпается и оживляется рынок. Торговцы открывали свои лавки, расставляя на полках прилавков товары и отмечая тем самым официальное начало нового дня.